7 декабря 2022 года малыши стали у меня на подлет. И сегодня первый раз выпускаю их не родителей, а суррогатных родителей. Суррогатных. То есть подложены были. Вот. Вот он не знает куда. У него на ноге видно красненькие привязанные. Это как, ну, кольцевание вроде бы. Вот они думают, как теперь. Вот он как. Вот они, крылышки облета. А это идет. У этих никак не заводились дети. Я им подложил яйца от белых. И они белых двух вырастили. Вот. Видишь, как это суррогатная мать, суррогатный отец. Подкидыш. Они ничего не знают об этом. И она села, когда парить, а парит на пустом гнезде. Вот так. Вот он второй. Вот как им нравится летать-то. Видишь, крылышками как машут. Вот так. Сейчас, пока я их не уберу, их одних оставлять нельзя. Там у них я дал водички им, чтобы попить можно было. О, дикари. Были ручные, ручные. Степенно. Ну, открыл ее, машет. Это раннее утро, 8 часов еще нету, темно. О, это голубята. Главное, на улице мороз, 30 градусов, они сразу замерзнут. Пришлось комнату тащить. Вот это двухэтажная коробка. Внизу они у меня ночуют, а днем вот здесь могут быть вверху. А кошки две сразу спрятали их в кошачью клетку. На время. Вот суррогатные родители. Видишь, они запятнаны у меня. Вот. Заглядываем. Вот они как. Где же этот маленький? Да, вот он, рядышком. Крыльями помахать надо. Скажут, заниматься нечем. Есть чем заниматься. Потерявки у меня было где-то 25 с лишним, а сейчас 8. Забралась кошка и подушила их там, поела. Сразу не схватились их. Ну, вот, короче, так. Вчера получил известие. Для меня это печально, я привозил породистых голубей, все пропало. Здесь Кошкин Борис есть, он болящий как бы, но очень расположен, дает мне. Вот она как, на одной линии. Повторяю, это родители, которые вырастили, выпарили, но суррогатные. Потому что, ну, то, что выпарили, это все равно, что кулек в роддоме дали. А там переменили другой, и видно он какой. Так, не такой, не похож на родителей, никак не похож. Потому что те серые, дикие, а эти ручные сразу. Вот она.
Первый облет сделали. Видишь, как головой двигается. Куда посмотреть, он должен сначала втянуть голову, а потом его вперед выбрасывает. Вон мои гули-гули-гули, да хорошие гули, да блестит грудка-то у него как. Не смотри, что он беспородный, это он хороший. Это он, и она, выходит, вот это покрупче, и он летает, а вот в уголке это она. А что такое? Покажи, что-то показывает. А что это, с чем она отличается от других? Тесто оставалось? Ну, маленькое тесто, да. Я ну, его растяну, на обед уже что-то есть. Вроде свое дело знает. Ну что ж делать-то мне? Идти надо, голубки мои. Вот говорит, человек, когда приодевается так, ну, форсит, как говорит, о, пижон, напижонился. А пижон это пиджин, голубь означает. Вот перед тем, как потоптать ее, ну, как в постель лечь, так скажем, выразимся по-человечески. Он за ней ухаживает. Там сколько делов-то. Целуются, клюв-клюв возьмут. Друг другу, видимо, пищу передают. То есть конфетки, шоколадки. А вот петух еще курицу гонит. А она убегает. О, говорят, петух думает, если не догоню, так согреюсь зато. Гусь там, если она его допустила, он после этого кричит, голову задерет кверху. А у голубей по-другому. Пижон. Вот. Ну что, Володя, голубиное утро. Вот так. Там придется иконы все закрыть. Здесь сверху одеяло накрыть. Чтоб к Володе туда не залетали. Ну, а тут ограничено уже пространство. Вот он, голубь, как подлетает. Видишь, встали на крыло уже птички мои. А они у меня тут и недавно, там неделю, может быть. Все. На первый этаж было провалился, и да, вылез оттуда сам. Прям верхом сел на мать. Эти тоже вот думают, что вот я побольше, который наверху, а это поменьше. Ну, тот первый мужского пола, этот женского. Пользуется крыльями еще на каждом шагу, не знает. Крылья – это ваше спасение. В первую очередь от кошек, от всякой птицы хищной. Ну. Я сейчас буду выключать свет, чтобы ее можно было поймать, эту птицу. Вверху свет у меня, который есть. О! Володя, ты здесь? Ушел? Ну, думаю, как сделать.